Чуть дальше медички все равно ГС, которая. Угу. Как он там топал, типа по дереву или что? Нет, по-моему, земля. Выбежал. К тебе бежит. Один к траншее, к тебе бежит. Второй внутри. Хорошо. Один внутри. Хит. Минус. Пулки хорошие. Бля, у него Алтын выдержал 61-й патрон. Как? Вот они сейчас перешли с перебежки, получается. Мы только ушли оттуда. Они тут могли спавниться. Ты у забора? Да-да-да, я тут траншею. Они могли... На нас, что ли? Мы же на гаражах заспавнили. Ну, они могли тут спавниться, здесь же спавны рядом. Еще есть внутри! В медичке, внутри. Понял, я понял. Крыса сидит. Закрою его там. Он с главного вышел. Один хп у него вид. Хорош. Не хватило магазина его подбрить немножечко. Я немножко затормозил, понимая, кто из вас кто. Алтыны, сумки максимальные. Тут первый, который голый. Первый не голый. 68 уровень, первый. Не из этих, которые у нас разогревочный был. Я на трупах. Да, я вот встал, у меня аптека закончилась, теперь КВ-топ не могу захилить. Есть? Возьми солево в сумке. Зашел в интернет. Медичка. Блять. Это где он по тебе работает? Со второго, по-моему, этажа. Я на бомже. Да, он в этой в комнате с медикаментами, походу. Мне его отсюда никак не увидеть. Попробую приманить его в эту сторону. Рану. Можно мне невок, пожалуйста, в руки? Давай, чел, посмотри в эту сторону. О-о-о, давай. Он стоит на втором этаже напротив выхода бокового. Убил. Я его почти уже здесь. Он выглядывал, меня пикал. Да, идет. Я там в эти стеклышки пытался поймать его. Я на первом. Босс. Кого? ПРСки? ПРСки, да. Это слишком шикарно для меня. Капец, тени, конечно, пиксельные вдалеке. Я на контейнере лутабельном на углу зеленого. Там решальные, возможно. И гранаты могли там же. Где он, блин? Насыпь, вагоны. Правая сторона. Так. Одного у себя вот убил. Я на углу зеленого, как проходить на большую. Через проходной контейнер. На холм оттягивай за двушкой, оттуда будет смотреть. Я спрыгаю, теперь сейчас буду. Где они у вас? Повторите еще раз инфу. По-моему, был на мосту, где вагоны. Блять. Насыпь. Насыпь никого не вижу. Насыпь. Вагоны. Где вагоны, скорее всего. Он мне херово зажал по мне. Бегу, Мэтт. Держись. Он на насыпи, прям на гранате еще грену дам.
Ты где, куда отступил? За... На холме за двушкой. Гренов нет? Живой. В двушке отхожу, камня туда. Давай, давай. Там, мне кажется, не один, что много гранат слишком. Мои тоже летят. Да, есть у меня на насыпи. Блять, рысь. Мадет, иди тут по максимуму. Нихера себе. Терминатор у меня. Просто, блядь, терминатор. Ты на насыпи? Нет, 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 нет. Понял, тут не очень много людей. Я слева от тебя с холма подхожу. Дало там. Бил этого в упоре? Да, ухожу, я красный. Давай, давай, давай. Там в рыси челик, вообще терминатор. Грену на зеленку дал. Там калаш какой-то стрелял. Еще откуда дал. Там на старые уже люди оттянулись. Какие-то. Ох, двое. Сашка и Калаш. Так, я слышу какие-то шумы, где? Не торопись, не торопись. Нас, походу, обходятся старые еще ребятишки. Ты пока там халди. Сейчас я тут пробую обойти просто всю эту херню. Надо Вита прощекать, мы же забрали. Блин, тушку вижу, вот ствола не вижу. Вряд ли забрали. Прямо без... Мутанты здесь у меня подошли. Я могу попробовать быстро Вита просто выкинуть, тихо. Себя сместиться. А у меня рысь. Понял. Минус. Один, вероятно, ушел на выходе, потому что там кто-то прям внутри здания стрелял. Ладно, тогда беру рысь и иду туда к тебе. Давай. 56-й. Это 53-й, центр, который. Хекс у него был, броник. Едите, он дефнул все просто. Мой вектор на бронебойных патронах, на топовых, вообще просто херня полнейшая. Ты еще на нафиг одного убивал? Да. Эрсаска фуловая. Прикольно, что я этого типа с рысью все-таки поймал. Уже совершенно в другом месте схватил его, блин. Кстати, по-моему, все TTV там были, если я не ошибаюсь. Не. Блазик анти-ТВ, Джонни TTV. Ну, Игорь этот, который крался на капсе, обычный челик. Какая-то телеконференция собиралась, что ли? В начале. Он, кстати, левелы 56, 43, 53, да. 56. 55 у меня, 40. Новички, блин. Хватит гонять новичков уже. Происходит. Тачка есть, кстати. Черик! Убил. Тихо, не убейте меня! Пропустите, там, блин. Там еще. Грена.
убил, но он грену кинул. Дал грену на первый. Металл. Металл. Вот, ёб... Ай, бля, еще есть. Сидит. На первом я был. Да, он кидает, кидает. Убил, по-моему. Не, не убил. У запрыжки. Ага, ага. Я думал, ему хватит. Ну, что-то не хватило. Светаныч, тебе это... Превьюшка есть. Перито. Нам, нам, нам. Давай. А, не улетело. Я ее там... Сейчас подкинули бы Артема до этого. Ну так я ее... К верхушкам деревьев запускал туда за карту. Прикинь, туда с Мэттом бы улетела. И раз он такой уже появляется, едет, короче, в телеге, знаешь. Да, в Скайриме так уже. Кто мне забор зеленый ногу? Противники, все противники, все противники. Кто меня убил? Минус. Тиги-тиги. Вдоль зеленого, да? На углу, да. Да, это он, скорее всего. Вот он мне гранаты кидал. Блин, а тут много ботов. Почему боты топить на них не агрится? Стекло, ты? Нет. Нет? Нет, я на остановке, на остановке. В автобусах, калаш. Ты где? Второй этаж стройки, двое за автобусами. Вид, не спеши сейчас. Минус один. Убил кого-то? Нет, не убил, вижу. Он ушел за самый дальний автобус от тебя в угол. Я иду по зеленому, по внешке. Он тут сидит. Центр, не дальний угол, центр. Где будка, по-моему. Побежал налево сейчас. А нет, выход с этой стоянки. Контролю. Вижу. Он вышел налево. Минус. Тринадцатый. А это но кто? Он тут налутал, зато типов плен. 49-й он убил, по-моему. Ага, блядь, убил! Слышал бота? Ага, зацепил. Ага, да-да. Какой раз ты слышишь? Бежит от стройки ко мне. Ну. По кустам? А он где контейнер? Лутабельный. Минус один. Хай проверочная. Так, он тут кого-то убил. Да, чуваки. Вкалывает вся морфин. Минус один. Можешь дать какую-нибудь громкую хае куда-нибудь чисто в двуху там, ну просто кинуть, чтобы она вот взорвалась где-то рядом с двушкой и пошумела. Даю. Угу. А хер-то там, человек еще не среагировал. Просто стоит. Где у мусора? Yeah.
Он знает про меня. На центре был так что. Видишь чего, да, там? Нет, пробегал до этого. А, или труп там, да? Ты кого-то рядом взрывал, с тобой убил? Да, или? Да, да, да. Там с валом чел на главном где-то прямо стоит. По-моему, я хлопнул второго, не уверен. Два трупа вижу. Второй этаж. Чекну сейчас второй этаж. Можешь через туалет запрыгнуть на первый? Я тут прям рядом. Да. Вдвоем с тобой расчекаем все до конца. Я три трупа вижу, ёпта. Они стреляли с кем-то. Так, тут тоже какое-то мясо на стене. Мысли я не могу запрыгнуть. Я внутри. Угу. Я прямо у тебя, как выходишь справа. Захожу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, что я тут наделал? Что это за мясо? Второй проверяю. Так. Вога, раз. Бегает? Не слышу. У меня не было звука. Или это ты утаешь, так звук странно был. Вога 2. Хорошо. Вал с типа не буду брать. Вот с этого, которого сейчас лутаю. С чего хватай. Разгрузка, он 4 класса. Заберешь? Или генку тебе могу дать? Может, генку тебе дать фуловую? Чтоб не покупать броню. Давай. А, вот эту возьми. А я сюда сейчас мелочевку с них посую, наверное. И вот это моя в жбан дал. Угу. Еще одна генка, ё-моё, блин. Возьмешь еще одну генку? Бля, нам на старую, да? Да. На старую. Ну, потопали. 63 килограмма. Так. Шифты справа. Тихо. С стороны двушки. Нет. Трёшка, трёшка, трёшка. Прям за нами идет. Может быть, крыша. По кустам. Чисто, отхожу. Он по кустам на помойке, где машина с гранатами. Одного убил. Еще от стройки идет, походу. Хае на крышу. Попався еще собирай. Один. Собирай, понаблюдаю. Сейчас сумку свою возьму. Это вот М-ка неглушенная, которая стреляла в начале катки. Угу. Куда он приперся, непонятно. Может, он сидел все это вот время? Вот он был в трешке все это время. Вот, молодец. Такой вот рейд. Ты там ползаешь? Да. На высокости. Так, что у нас получилось? Четверо. А если меня отсюда не выпустят, то мало. Вот я попробую попекать снаружи.
Да я через второй пошел. Нет, черик в советской каске на насыпи, словил 61-й патрон с советской каской и убежал. Нормально. Делали на совесть. Я ушел. Согласен. СКС какая-то. Вот он в советской каске. Бежит только, к заправке подходит. Ага. Убили, да? Да. А где он был все это время, бля? Да, я бежал от угла, получается. Я его прошел где-то. Блядь. Меня любят снайпера. Кому-то ведь попадаешь. Я убил Леню. 23 уровень. Ты его в голову сейчас убил? Да. Блин, надо его каску скинуть. Хочу... Проверить? Хочу сзади посмотреть, есть там дырочка или нет. Не, нету. Но она типа рикошетнула прям. Капец. Прям видно было. Давай даже... Я выстрелю. Искру было видно, короче. От 61-го патрона. Кстати, может реально не регнул? Потому что я по нему попал, а он вон такой лутал такой. И ушел просто, как будто даже опасности никакой нету. Не регнул? А у него еще одна каска внутри сумки. 0 из 30? Да. Может вот, в которую каску я попал? Может быть. Ну посмотри, достань ее, если хочешь. А кинь на землю ее. Есть там в затылке дырка или нет? Там же должен отображаться этот попадание. Чел запахливый какой-то, я каски забыл. Да, есть. Есть, да, в затылке? Да. Блядь, дай я посмотрю на это. Я хочу посмотреть. В аккурат прям. Не этот, неважно, жизненный орган. Блин, этот бы момент не забыть, видосик бы поставить. Забавно. И вот иди за скрин, как бы. Доказательство того, что попадание было. Что, ты не видел? Она же была, вот я прям на полу. 10, она 10 из 30. У меня 0 из 30. Была 0, я поднял, она стала 10. Да, вон дырочка. Как раз вот сверху вниз такая. Тю, пулька моя прилетала с большой стройки. Да капец, он достал еще одну каску. Ну вот это, бля. Вопреки, да стоит чел. Сзади ему прилетает бронебойная пуля такая 308 калибра по каске. Он такой вышел, достал новую, переодел, пошел дальше. Пиздец. Такой только в Таркове возможно. Он просто на воздухе лежит, нормально? Да, я тоже это увидел. О, пошел, push the temple. Это происходит... с комментатором под видео, когда ты ему объясняешь, что в Тарков можно играть активно. И вот начинает трясти, сука, блядь. Все, остановился. Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.